Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. И сегодня я покажу, как сделать вот такую голову из бетона. Для начала я леплю фигурку из пластилина. Затем делаю каркас из пакета с мусором и штукатурной сетки. Готовлю раствор 1:2. Две части песка и одну часть цемента марки М500. Наношу черновой слой. Теперь делаю эскиз будущего лица. Размечаю глаза, нос, рот. Еще раз смотрю на фигурку. И начинаю слой за слоем делать наше будущее лицо. Выкладываю объем на нос, надбровные дуги, ротик. Потом даю немного прихватиться бетону. Доработать можно, когда ваш бетон уже схватится, через 2-3 часа. Оставляю до полного высыхания. Через пару дней зачищаю наждачкой и грунтую. Использую грунтовку глубокого проникновения. И самое интересное – это покраска. Первый слой у меня темно-серый. Затем полусухой кистью, слегка касаясь, наносим белую краску и прорисовываем глазки. И вот такая голова у нас получилась. Ну и на этом я прощаюсь с вами. Не забываем ставить лайки, оставлять комментарии. И всем пока-пока и до новых встреч на нашем канале.